2 июля, 7 утра, 250 до Волгограда, прогноз неутешительный. Идет дождь. Ни разу мы в дождь не ехали, да, в Харабали? Ну, в Харабали, да, в Харабали никак, тоже. Никогда не было. Сейчас идет в данный момент в Харабале сильный. Постепенно будет смещаться в сторону Астрахани. Будем надеяться, что пока доедем, он уже уйдет или закончится. Но да. Такой с нами впервые. Ветер сильнейший, да, в шквалистый палатку ставили, да. А вот в дождь ни разу палатку еще не ставили. И как бы там все не раскисло нахрен, а то 15 километров по пойме доехать. Ну да. Раскиши. Опасно, где-нибудь встрянешь. И все. Еще и с прицепом. Да. Испытание. Летний дождь. Летний дождь. Начался сегодня рано. Летний дождь. Чё это снимал? Я такси внула. Не знаю, может быть, здесь. Поспали нормально, в 1:30 встали за Тамбовом. Включил зажигание, печечку. И так хорошо не морнул. Из 15:05 проснулся. Солнце светит. Думаю, ну вот сейчас поедем нормально. Часиком к 3 приедем на место уже. Он показывает, Олег, 15:22 на место приехать. То есть в Харабалях мы будем даже в 2 часа, наверное, дня. Будем надеяться, что дождь закончится к тому времени, как мы приедем туда. Не хотелось бы в дождь вот это бегать, все покупать. Начинаю. Здоровье. Будьте здравы, да? Да. Ну, как оно? Неплохое. Неплохое. Приятно. Нам еще ехать 20 километров. Мы скрестили пальцы, чтобы наше место не было занято. Потихонечку. Мы доехали. Ну что, Олег, где сковород? Не помнишь, что у парня память вообще отшибает. Ничего не помнит, где еще лежит, куда кладет. После... Вот такая погода, здесь как дует сильный. Марьяна. Воды очень много в этом году.
друзья, просто я такого уровня видел очень давно. Плюс 2.5 метра, наверное. Вот. Но вчера шел дождь. Ох, тут как сыро. Хочу поставить палку. Нет, не поставлю. Вот так, автоба. Вода какая-то грязная. Зимний моряна все равно был. Вчера дождь. С вечера еле успели поставить. Еле успели поставить мы кухню. В ней и ночевали. В общем, условия очень спартанские. Холодно. Градусов, наверное, 13 сейчас. 2 июля, представляете? Что с погодой происходит. Народу никого. Еще не время заезда. Олег все продолжает искать сковородку. Блядь, серьезно, кроме суток, где она? Куда-то положил, не знает куда. Газ расходуется. Друзья, вот такой прицеп взял в прокат. Кому интересно, 2 метра длиной. Саранск спецтехника. Отличный прицеп. Поездка 1300 километров. Пока здесь отлично, нормально управляется. Такой вот тент у него. Обошелся нам на 2 недели в 5000 рублей. Короче, 350 рублей в день. Правда, мы заменили одну лампочку. Через верх достаем? Да, через верх достаем. Я, давай, я помогу тебе. Ты повыше, я буду поднимать снизу. Подожди, Олег. Да. Смотри, что да. Ай-ай. Ай-ай. Не помню еще. Где сковородка? Где она? Где она? Я, блядь, долблюсь. В глазки, вот она. Ну вот такой большой вон Олежка. Вот из-за чего у него память отшибает напрочь. Ну там стоит. Неправда. А там в машинке еще кое-что. Неправда. Систематическое употребление. Нет. Убивает клетки мозга. Неправда. И память тоже отшибает нахрен. Не думай, Олег Викторович, никакой толкат. Пиво набрано братом. Я себе взял всего 3 бутылки на все время. Молодец. Это для Олежки, он скромничает. Все, заканчиваем включение. Ну как тебе первый завтрак утренний, Олеж? А? Хорошо? Нормально. Вот Олежка приготовил нам летний завтрак, помидорки. А соль взяли? А, соль взяли, соль есть. Ну мы без соли кушаем. Кофеек вот. Чаек из гумуса. Дахун Пао, или как он там называется? Пуэр. Ты как этот, полкан, куплю. Где возьмешь летучий корабль? Куплю. Ладно, всем приятного аппетита. Пис. Посмотрите, какие у нас приборы для еды. Забыл рассказать. Почему мы едим чайными ложками? Потому что кто-то не взял вилки. И кто же это? И почему это я вдруг? Где твоя вилка? Почему ты не взял себе вилку? Потому что я надеялся на тебя, а свои? Ты надеялся на меня. Свои я. И в итоге мы такие спартанцы, что мы едим чайными ложками. Найденными или подаренными? Какими подаренными? Ага, найденными, подаренными. Купленные мной и Габоблин в Магните в городе, блядь, Ахтубинске. За копейки только. За какие копейки, блин? Недорого, блядь. Ага, недорого. Дорого? Нет. Я все, блядь, с неба, манны небесные, блин. Купленные или подаренные, блядь. Ага. Я паучок. Известие. Ладно. Снаряжаю Олега за вилками и хлебом. Тут херня по пойме, 15 километров. Парень быстро дойдет, часа через 3. Туда-обратно? Туда только. Нет.
туда я дойду часа за полтора. Олеж, ну как ты, если ты за полчаса только 3 километра проходишь? Да ты проходишь за полчаса 3 километра, а я хожу за час. Не забывай, ты ходишь по асфальту, здесь пересеченная местность. Верня. Ты язычок на плечо уже повесишь через 30 минут, блядь. Да-да-да. Братик, у тебя тренирован, я хожу 6,5 километра. 6,5 по асфальту, блядь, красавчик, блядь. Важно. Важно, пиздец как окей, важно. Ладно, 5 километров все. Короче, ты будешь проходить 3 километра за 30 минут. За час ты будешь проходить, ну, 5 километров максимум. Да. Ну, туда 15. 3 часа туда, 3 часа обратно. К вечеру придешь. Что ты головой машешь? Да, далеко. 2 часа туда, 2 часа обратно. Да, далеко. Хорошо, 4 часа. А, подожди. Это 15 только до поворота. А еще от поворота все село. Ну, точно к вечеру придешь. Отличная прогулка. Ладно. Давайте завтракать, Олег Викторович. Не сори. 30 километров в этом расстоянии. Да, фигня. О, чем мы занимаемся? Такой физкультурой. Сравниваем, короче, берег. Ставим лагерь. Сравниваем берег немножко под уклоном. Ну как немножко, уже накидали тут вон могилу, можно это, закопали как будто кого-то. Прикопали. Прикопали, да. Вот это нам надо сравнять, чтобы все внутри кухни ровно было. Вот, решили заморочиться, чтобы, ну, место в будущем кто-то приедет. Туристы, ребята, такие же дикари, как мы. Без вилок, с одними ложками и хлеба. И будут копать ложками, я, да. Я 15 лет туннель копал этой ложкой. Вот уже вот так. Уже выровняли. Вот, представляете, сколько перекидали. Зато будет ровненько. Будет у нас вот все стоять. Земля еще такая дубовая здесь. Вообще нофь. Никогда не копалась, блин. Ну, надо. Стоять будем. Дней 12 как минимум, да, Олеж? Да. Поэтому, ну какой, второе, да? Да. Второе, блин. И не третье. А мы еще третье. Третье? Третье. Уже третье? Мы первого выехали, второго только приехали. А, и даже удочки не расчехлили, вот. Вот плоды наших двухчасовой деятельности, физической активности. Выбрали на штык. Выровняли. Выровняли пол. Теперь все стоит ровненько, кухня готова. Спланировали, короче, место. Нормально, ветер дует, мошки нет, слава богу, комаров тоже. Температура, ну сколько по ощущениям, Олеж, градусов 15, градусов 17, наверное, да, 18? 18 точно, наверное. Ну да, 20 нет градусов, холодно. Вот тут наш органайзер, печеньки, как? Палатка Гринелл, веранда, версия 2, 2,5 метра. Первый день после приезда, по нашей сложившейся традиции, с Олежкой варим харчо. Харчо из баранинки. Баранинка свежая, вчера ногу взяли на рынке. Ой. Целиком. Там на все, и на шашлык, и на шурпу сделаем, или как это, шулюм. Шулюм, шульма, шулюм. Шулюм, шульма сделаем, да. Шулюм на костре будем. Вот делать. Такая вот аппетитнейшая получилась у нас еда. Суп, харчо. Запах непередаваемый. Под него Олежка каких-то фруктовых немировых набрал. Вкусный немиров. Чё там, оранж и... Болт оранж. А, болт оранж. Лысый апельсин. Чистый апельсинчик, да. Вот так он, мы пока обичуем. Палатку еще не ставили. О, мошка есть. Уже тянется хорошо. Мошка есть. Мошка есть. Но она нас не трогает. Она живет сама по себе уже. Заканчивается мошка. Вот Олежка брызгал себе голову. А я даже не брызгался. Так она летает, жужжит. Но пока не кусает. Вода высокая. Всем приятного аппетита. Мы
в этот раз что-то всего много позабыли, даже стопки не взяли. Ну ничего страшного. Вилки не взяли. Хлеб не едим, худеем. Дикуем. Короче, лютые спартанцы. Нормально. Спартанский отдых. Ничего нет у нас практически. Зато баранину едим. По очень прекрасной цене. Да, так что всем приятного аппетита. Да. Ой, какие невесомые кружечки. Да. Жидкость. А запах-то какой. Апельсинчиком. Прям... Как на корке. Куантро. Как на корке. Куантро прям напоминает. Все, бухаем. Ваше здоровье. Да-да-да. А, хорошо пошло. Сладенькая. Апельсиновая настойка. Гуд. Очень достойная. Олеж, много добавил кинзы. Да, нормально. Кинзишкой прям помахивает. Ну, конечно, я ее в конце бросил. Ну все, друзья. Всем приятного аппетита. Будем кушать. Да, посмотрите на вот этого злого, блядь, дурачка, блядь, облепленного говном всяким, блядь. Давай тебе ручки. Да не надо мне ручки. Давай тебе ручки. Тихо, блядь, пиво не надо. Давай ручки. Все, нормально. И даже на цветы хотел сказать, на часы пошикнул. Угу. Вот, показываю просто, ребят, когда в Москву приезжаете, надо брать вот такую. Мелкий. Совсем вообще совсем просто мелкий. Мизерно. Вот Олег взял вчера за 100 рублей, покажи. Крупная. Там не то, что мошка, там колбаса, блин, пролезет. Сосиска. Да. У меня ничего не пролезает. И свободно можно пить вот так пиво. Я так тоже могу пить пиво. Вы видели этого жестокого алкоголика? Ну, мошка прям липнет к нему. Да, надо просто набрызгать вот так вот. Подержишь? Надо побрызгать так вот просто чуть-чуть открытые участки, ручонки. И все. Рефтомид. Пахнет... Ванилькой. Ванилью, да. Никакими не... гвоздиками там, я не знаю, или еще с чем-то. Просто пахнет ванилью. Вот мы стоим сейчас все просто облепленные мошкой. Ее видно, она вьется. Да, она просто тобой. Она просто надо мной вьется. И она сейчас, вот время сейчас сколько? По местному времени 17:40. Вот она вечером. Ее везде не было, был ветер. Она вылетела буквально вот перед дождем, прям появилась. Ее не было только из-за. Покажи лишь фронт. Фронт вот только такой, что синий, в просто. Сил ну, такой влил просто, такой нормальный минут. Ливень. Прошел дождик, там все светло, вот он пошел туда, в сторону Харабалей. Мошка есть. Мошка есть, но она не ест. Она потому просто... что она до тебя не может добраться. Не-не-не, она просто вот даже по рукам она мне лазила, и нормальное было ощущение. Ты как пасечник. Да, как пачка. Просто сегодня 3 июля. Она уже должна закончиться. А у тебя телефон рядом, Олег? Нет, но там на столе. Вот, 3 июля. Еще дня 4 в идеале. Ну, говорят, она в этом году, она в этом году поздно началась. И вода, вон, блин, на 2,5 метра больше. Вот это красивое, конечно. Ну, когда нужно приезжать на Ахтубу или на Волгу. В июле точно вначале не надо приезжать. Где-то середины июля, но там будет жарить солнце. Мы просто попали вот на какой-то циклон, на слом погоды. Вчера было 12 градусов, временами 14. Когда мы сюда приехали, представляете, в Харабали было 15, да? 15 градусов. 15, да. Июль. Для Харабалей 15 градусов. И мошка просто. И вода. Второе половодье. Вы посмотрите, мы уже бывали здесь много раз. Я такой, вот такого уровня высоты воды вообще никогда не видел. Он не... щука плескается. Он не может там просто плескать. Сейчас просто начнем. Он может сейчас просто начать долбить ее острогой. Нет. Напился и острогой долбить давай. Где же удочки? Какие? Никакие. Никаких удочек нет.
Сейчас. Сейчас мы попробуем. Сейчас. Так, мы сейчас пытаемся поймать какую-нибудь рыбу после дождя. Нехилого. Олег Викторович, дайте-ка мне, пожалуйста. А, вот и все. Сейчас мы берем, делаем. Ребятки, чем меньше соединений, бросьте вертлюжки, всякие заводные кольца, всякие карабины. Просто берем. Вот, берем. Делаем. Двойная петля хирургическая. Раз. Два, одна хирургическая петля, а мне выгрызает комар руку. Да. Пока я оттопырил палец. Двойная петля. О. Делаем. Раз. О. Берем поводок. Струна. Струна. Заводим. И делаем петля в петлю просто. Снова дождь идет, надо валить. Протягиваем. И делаем вот так. Ух ты. Но нам это не страшно. Оп, петля в петлю. Все. Меня шляпу сорвало ветром. Настоящий. Блин. Да, такой... Закрывай. Ребята, поднялся ветер нереальный. Снова, и вы посмотрите, какое очко. Вот так и живем, друзья. Ветра и пьянки. Вот он, красавчик. Красавчик, вот он. Вот здесь этот... Ой, меня снова сорвало шляпу. Этот свереныш здесь работал всегда раньше. Погода полная шляпа, друзья. Так, что? Вот он. Вот. Вот. Это копия Seabait калибра. Не буду называть от какого китайского производителя, но он реально ловит 16 грамм. Кто догадается, тот молодец. Пишите в комментариях, что это за воблер и на кого это копия.